Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня буду готовить салат из огурцов на зиму. И у меня рецепт из расчета на 4 килограмма огурцов. Для начала их необходимо помыть. У меня здесь они уже помыты. И теперь буду нарезать. У меня огурцы уже порезаны, теперь необходимо сюда добавить растительное масло, соль, уксус, и я буду добавлять еще черный молотый перец. Соли идет по рецепту 100 грамм, но я всегда добавляю изначально 50 грамм и затем уже смотрю, требуется добавить или нет. Уксуса 100 миллилитров и растительного масла 400 миллилитров. У меня здесь 300, потом добавлю еще. Высыпаем сюда соль. У меня огурцы получились немножко с горочкой, но ничего страшного, сейчас начнет действовать соль и огурцы уменьшатся в объеме. Выливаем уксус. Добавляю перец. Ну, для простоты я сюда взяла сразу уже молотый. И растительное масло. Теперь сюда необходимо порезать 400 граммов репчатого лука и 2-3 головки чеснока. И все перемешать, дать настояться часа 3, для того, чтобы огурцы хорошо пропитались, пустили сок и они уменьшатся в объеме. Пока оставлю так, займусь чесноком и луком, и затем уже перемешаю все вместе. Репчатый лук нарежу на мелкие кусочки, а чеснок натру на терке. Вы можете измельчать любым удобным вам способом, но мне будет быстрее натереть на терочке. Теперь необходимо перемешать и оставить настояться, пропитаться часа на 3. И пока огурцы у меня будут настаиваться, я промою и простерилизую банки. У меня прошло уже 3 часа. Огурцы, вы видите, уменьшились в объеме, выделилось много сока. Теперь все необходимо перемешать и разложить в чистые стерилизованные банки. Я уже помыла, простерилизовала вот в духовке все сразу. Сейчас буду раскладывать. И попробуйте сейчас вот на соль, если недостаточно, то можно досолить. Я попробовала, мне всего хватает, поэтому буду закатывать. А вот такое количество банок у меня получилось. И я сначала разложила все по банкам. Сейчас здесь у меня осталось немного сока. Я его разолью равномерно по всем банкам. Теперь необходимо банки переместить в кастрюлю и простерилизовать 20-30 минут, после чего закатать. И теперь отправляю на огонь. Как вода закипит, уменьшу и буду стерилизовать минут 25.
Теперь необходимо банки перевернуть, накрыть чем-нибудь теплым и так оставить до полного остывания. Попробуйте приготовить, надеюсь, вам понравится. Желаю вам всего только самого хорошего. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока!